Здравствуйте. Дисциплина «История физики». Тема урока – первые исследования тепловых явлений. По плану мы сегодня рассмотрим два вопроса. Первый вопрос – температура, термометр. Второй вопрос – теплород и развитие взглядов на природу теплоты, установление основ термодинамики. Итак, температура. Термин «температура» происходит от латинского слова «температура», что в переводе означает «нормальное состояние или надлежащее смещение». Как физическая величина, температура характеризует внутреннюю энергию вещества, степень подвижности молекул, кинетическую энергию частиц, находящихся в состоянии термодинамического равновесия. В качестве примера можно рассмотреть воздух, молекулы и атомы которого двигаются хаотично. Когда скорость перемещения этих частиц возрастает, то говорят, что температура воздуха высокая, воздух теплый или даже горячий. В холодный день, например, скорость движения частиц воздуха мала, что ощущается как приятная прохлада или даже холод собачий. Следует обратить внимание на то, что скорость движения частиц воздуха никак не зависит от скорости ветра. Это совсем другая скорость. Это то, что касается воздуха. В нем молекулы могут двигаться свободно. А как же обстоит дело в жидких и твердых телах? В них тепловое движение молекул также существует, хотя и в меньшей степени, чем в воздухе. Но его изменение вполне заметно, что обуславливает температуру жидкости и твердых тел. Молекулы продолжают движение даже при температуре таяния льда, ровно как и при отрицательной температуре. Например, скорость движения молекулы водорода при нулевой температуре 1950 метров в секунду. Каждую секунду 16 сантиметров кубических воздуха происходит 1000 миллиардов столкновений молекул. При увеличении температуры подвижность молекул возрастает. Количество столкновений, соответственно, увеличивается. Однако следует заметить, что температура и тепло – суть есть не одно и то же. Простой пример. Обычно газовая плита на кухне имеет большие и маленькие горелки, в которых сжигается один и тот же газ. Температура сгорания газа одинакова, поэтому температура самих горелок также одна и та же. Но один и тот же объем воды, например, чайник или ведро, быстрее вскипит на большой горелке, нежели на маленькой. Это происходит от того, что большая горелка дает большее количество тепла, сжигая больше газа в единицу времени или обладает большей мощностью. История создания первого термометра. Конечно же, самый первый прибор не имел ничего общего с медицинской практикой. Он был создан в 1592 году известным итальянским ученым Галилео Галилеем. Выглядел достаточно необычно для современного представления. Внизу располагался большой шар. К нему прикрепилась длинная труба, сделанная из стекла. Эту трубку опускали в емкость, где находилась подкрашенная жидкость. Жидкость реагировала на тепло и перемещалась по трубке. Это был воздушный термоскоп. Появление первого медицинского градусника связано с знаменитым итальянским врачом Санторио. Он был выдающимся специалистом по анатомии и физиологии. Работал во многих странах, внес огромный вклад в развитие науки. Ученый серьезно подходил к своим исследованиям, проводил множество опытов на себе, изучал, как меняется масса тела у человека,
рассматривал скорость испарения жидкости при разных условиях, изучал, с какой силой и частотой пульсируют кровеносные артерии. За свою жизнь Санторио изобрел большее количество приборов для измерения. Одним из его открытий стал прибор, способный измерить температуру человеческого тела. Это ртутный термометр, 1626 год. Он был большого размера и работал вовсе не так, как его привыкли использовать сейчас. Внизу термометра располагался огромный шар. В нем находилась жидкость. К этому шару была припаяна широкая стеклянная трубка с нарисованным на ней делением. Санторио был первым врачом, который выяснил, что у здорового человека должна быть постоянная температура тела. Изначально многие ученые и врачи того времени отрицали точность данного прибора. Пользоваться данным приспособлением было неудобно. Чтобы измерить температуру, в руки необходимо было взять шар, который являлся основанием градусника. На протяжении определенного времени дышать на него таким образом, чтобы от тепла поднималась жидкость, указывать температуру. Этот способ хоть и позволял узнать температуру тела, но занимал достаточно много времени. Постоянной единой шкалы в то время еще не было. Шкала могла достигать стократных чисел и имела свой метод расшифровки. После Санторио многие ученые старались усовершенствовать метод измерения. В 1867 году Клиффорд Альбату сумел создать термометр длиной 15-20 см. Длительность измерения температуры составляла 7-10 минут. А в 1881 году немецкий часовщик Иммиш изобрел градусник, который по форме был схож с карманными часами. Сейчас сложно представить жизнь человека без этого приспособления. Например, ртутный градусник обладает самой высокой точностью – до 0,1 градуса. При условии правильного хранения и использования приспособление прослужит человеку длительное время. Термометр помогает узнать температуру тела, воздуха, воды. Многие люди устанавливают оконные и комнатные термометры. На замену ртутному пришел электронный термометр. Он тоже дает точный результат и считается наиболее безопасным в использовании. Это приспособление присутствует в каждой лаборатории. Ни одно медицинское учреждение не обходится без данного прибора. Ведь температура тела человека – начальный метод диагностики здоровья. Второй вопрос, который мы сегодня рассмотрим, это теплород и развитие взглядов на природу теплоты, установление основ термодинамики. Вокруг нас происходят явления, внешне весьма косвенно связанные с механическим движением. Это явление, наблюдаемое при изменении температуры тела, представляющее собой макросистемы, или при переходе их из одного состояния, например, жидкого, в другое, твердое либо газообразное. Такие явления называются тепловым. Тепловые явления играют огромную роль в жизни человека, животных и растений. От температуры окружающей среды зависит возможность жизни на Земле. Люди добились относительной независимости от окружающей среды после того, как научились добывать и поддерживать огонь. Многие философы древности рассматривали огонь и связанную с ним теплоту как одну из стихий, которая наряду с землей
водой и воздухом образуют все тела. Одновременно предпринимались попытки связать теплоту с движением, так как было замечено, что при соударении тел или трении друг от друга они нагреваются. Первые успехи на пути построения научной теории теплоты относятся к началу 17 века, когда был изобретен термометр и появилась возможность количественного исследования тепловых процессов и свойств макросистем. Вновь был поставлен вопрос о том, что же такое теплота. Наметились две противоположные точки зрения. Согласно одной из них, вещественной теории тепла, теплота рассматривалась как особого рода невесомая жидкость, способная перетекать из одного тела в другое, к другому. Эта жидкость была названа теплородом. Чем больше теплорода в теле, тем выше температура тела. Согласно другой точке зрения, теплота – это вид внутреннего движения частиц тела. Чем быстрее движется частица тела, тем выше его температура. Таким образом, представление о тепловых явлениях и свойствах связывалось с атомистическим учением древних философов о строении вещества. В рамках таких представлений теорию тепла первоначально называли корпускулярной, от слова корпускула, то есть частица. Ее придерживались ученые Ньютон, Гук, Бойль, Бернули. Большой вклад в развитие корпускулярной теории тепла сделал великий русский ученый Ломоносов. Он рассматривал теплоту как вращательное движение частиц вещества. С помощью своей теории он объяснил в общем процессы плавления, испарения и теплопроводности, а также пришел к выводу о существовании наибольшей или последней степени холода, когда движение частичек вещества прекращаются. Благодаря работам Ломоносова среди русских ученых было очень мало сторонников вещественной теории теплоты. Но все же, несмотря на многие преимущества корпускулярной теории теплоты, в середине XVIII века временную победу одержала теория теплорода. Это произошло после того, как экспериментально было доказано сохранение теплоты при теплообмене. Отсюда был сделан вывод о сохранении неуничтожения тепловой жидкости, теплорода. В вещественной теории было введено понятие теплоемкости тел и построена количественная теория теплопроводности. Многие термины, введенные в то время, сохранились и сейчас. С помощью корпускулярной теории теплоты не удалось получить столь важные для физики количественные связи между величинами. В частности, не удалось объяснить, почему теплота сохраняется при теплообмене. В те времена не была ясна связь между механической характеристикой движения частиц, их кинетической энергией и температурой тела. Понятие энергии еще не было введено в физику, поэтому, вероятно, на основе корпускулярной теории не могли быть достигнуты в XVIII веке те немалые успехи в развитии теории тепловых явлений, какие дала простая и наглядная теория теплорода. К концу XVIII века вещественная теория теплоты начала сталкиваться с большими трудностями и к середине XIX века потеряла полное и окончательное поражение. Потерпела. Большим числом разнообразных опытов было показано, что тепловой жидкости не существует. При трении можно получить любое количество теплоты, тем больше,
чем более длительное время совершается операция трения. С другой стороны, при совершении работы паровыми машинами пар охлаждается и теплота исчезает. В середине XIX века была доказана связь между механической работой и количеством теплоты. В подобной работе количество теплоты оказалось мерой изменения энергии. Нагревание тела связано не с увеличением в нем количества особой невесомой жидкости, а с увеличением его энергии. Принцип теплорода был заменен гораздо более глубоким законом сохранения энергии. Было установлено, что теплота представляет собой форму энергии. На этом урок заканчивается. Прошу ответить на следующие 3 вопроса для закрепления. На этом урок закончен. До свидания.